Ну а пока Балтфлоте проходит учение, в Америке тоже времени зря не теряют. США спущен на воду корабль будущего, по крайней мере, так говорят представители флота о своем эсминцы нового типа, типа «Зувольт». Этот корабль гораздо больше, чем другие современные эсминцы. Его длина 186 метров, что почти на 30 метров больше кораблей подобного класса ВМС США. «Зувольт» отличается уникальной конструкцией корпуса. Я думаю, вы уже обратили внимание на его хищный нос. Он сделан с использованием стелс-технологий, что, по заверениям разработчиков, делает корабль практически незаметным для радаров. Корабль буквально нашпигован самой современной аппаратурой. Такая автоматизация позволила почти вдвое сократить экипаж. На «Зувольте» он всего 140 человек. Несмотря на все положительные качества, корабль подвергся жесткой критике, в первую очередь из-за его стоимости. Первый экземпляр серии обошелся в бюджет США в 4,5 миллиарда долларов. Поэтому программу строительства решено сократить с 32 до 3 кораблей. So, DDG-1000, наш корабль «Зувольт» уникальный. Здесь очень много автоматики. Чтобы было понятнее, скажу, что наш эсминец в 1,5 раза больше, чем остальные корабли такого класса. Но экипаж здесь в 2 раза меньше, ведь почти вся работа делается автоматически. Здесь очень много высокотехнологичных систем.